Всем привет! Вы тут ждали, что будет шпатлевка про... Фу, блин. Мы наносим эпоксидный грунт, обязательно используем средства индивидуальной защиты, это маска, и капюшон надеваем. Выделение влаги из воздуха увеличивается, и мы получаем на выходе практически сухой подготовленный воздух. Поговорим о их свойствах. Конечно же, о свойствах комбинезонов, а не прямых рук. В России... Смотрите-ка, что тут у нас. Тихо. Что же у нас находится в этом кейсе? Так давайте сделаем из своего автомобиля танк. Всего лишь за 3 шага полировки мы получили практически идеальную зеркальную поверхность. С вами был Ярослав Платонов. До новых встреч. Пока.